Чем приехали сегодня менять окно пластиковое. Здесь, значит, внизу идет цоколь. Тут лестничный марш, плита перекрытия идет. И лестница. Вот. Проблема в чем у заказчика была. Люди, когда спускались по лестнице, бывает, что-то у них падало, и это улетало через этот простеночек вниз. Люди идут, у них что-то падает. Это проваливается сюда и падает в очень глубокий подвал. Вот. Заказчик захотел изменить это, залив здесь пол до окна, но тут створка. Соответственно, конфигурацию окна можно было поменять, но приняли решение просто изготовить новое окно под эти цели. Сейчас будем это разбирать. Так вот, у нас подъехали окна, соответственно, здесь фрамуга, здесь перекрытие, и в подвал у нас идет глухое окно. И второе окно, это у нас на другом этаже, тоже сегодня будем ставить. Так, мы благополучно наше окно демонтировали, очистили проем от старой пенки. Все у нас готово к монтажу нового окна. Ставить мы его будем на пластины, вот с такими фиксаторами, крокодилами, они просто заколачиваются в паз и жестко фиксируются. Окно установили в проем, пока еще маленько не выровнено оно, сейчас будем поднимать. Все, окно смонтировано, сейчас только... После того, как сделают пол отделочники, мы сможем сделать откос. Вот. Промужное открывание с двух сторон. Ножницы промужные.